впечатления от игры? Наконец-то позитивные впечатления от игры. Очень-очень-очень-очень тяжелая победа. Я не знаю, с чем это связано, но победа. Победы бывают разные, конечно, но всегда это 3 очка, всегда приятно, какой бы она ни была. Пацаны вышли. Самая главная победа наша сегодня – это то, что ребята сыграли на позитиве. Это главное отличие. Никаких пихачей, никаких махачей. Вратарь сегодня вообще топ, ребят, конечно. У тебя какие, Андрю? Ну, сегодня у нас вообще сложилось все. Саня Тюнин наконец-то попал с лета, забил очень красивый гол. Назим Ибрагим первый отличился в первом. Надеюсь, ребята почувствовали этот вкус победы, не захотят его. Мы берем обороты и также продолжим. 104 игры я ждал в СФЛ, 104 игры сыграл, вот 105-е. И я забил первый гол в премьер-лиге. Это, ну, я не зря надел футболку своего клуба «Айсберг 78». Вот футболку я жил в клубе. Я знал, что это сегодня произойдет. Вот, так что, да, да, наконец-то. Оцениваете свою игру по фестивальной шкале лучше, чем в прошлый раз? Ну, 137 где-то. Да нет, если серьезно говорить, я сыграл не лучше, не хуже, чем в прошлые разы. Просто чуть-чуть повезло, мяч попал в ногу очень удачно, в угол ноги, и я забил как-то. Даже сам не знаю, как я буду пересматривать, смотреть на видео. Вы стараетесь играть больше в оборону? Ну, учитывая то, что у нас оборона проблематичная в этом сезоне, если серьезно говорить, мы решили у себя встречать соперника и поплотнее сыграть сзади и надеяться на быстрых ребят впереди. Вот. Быстрые ребята сделали результат в итоге у нас. Поэтому задумка тренерская тренера Дениса Бурбовского, Дениса Евгеньевича, очень хорошо сработала. Вот. Так что я очень доволен тем, что у нас решало появился. Андрей, ты что скажешь? Нечего добавить. Андрей, вам как мы начнем? Нет решения. Это моя работа. По уровню сложности я не могу сказать. Не мне. Все, что смог, то отбил. Да топ, он топ. Чего вы спрашиваете вообще? Это же видно было. Я стесняюсь. Да, ничего у меня не было. Он очень скромный. Он сегодня не пропускал те, что он обычно пропускает. Так что он сегодня лучший, ребят. Так, привет и кому передаем? Алиаскер просил ему передать. Да, Алиаскер Гусейнов, Серега Шанин, все ребята, все со старой команды вам привет. Серега Начевский, да. Скучаем по вам, приезжайте. Мы иногда выигрываем даже, если вдруг попадете, так этот год надо будет ждать. Так что ждем вас на полях СФЛ, пока мы тут. Всем привет!